Когда-то Бишкек, будучи городом Фрунзе, считался самым зеленым городом во всем Союзе. Сейчас так не скажешь. Однако вернуть былую славу столицы Кыргызстана никогда не поздно. К примеру, в одном из столичных садовых рынков можно приобрести вот такие саженцы и внести свой вклад в озеленение города. Я здесь работаю где-то лет 15, да, уже есть 15 лет работаю. Здесь у нас это большой базар, здесь выбор большой. Наш это базар находится 7 апреля, Медерево, пересечение, там находится. И здесь выбор большой сортов, примерно вот голубой ель, 15 этого сорта есть. Вот крымский сорт есть, крымский 10 сортов есть. Такой горной сосны есть, такого 8 есть сосны. Продавцы зеленого рынка выращивают каждый саженец в собственном питомнике и потом продают. Вырастить рассаду из семян непросто, к каждому относятся бережно. И немного об условиях посадки деревьев и об ухаживании за саженцами. Важно подобрать правильный период времени и внимательно проследить за почвами при покупке. А в остальном на таких рынках, которых насчитывается немало в городе, помогут сами продавцы. Чтобы ухаживать, надо ямы выкопать, хорошо посадить его. И каждый, не каждый день, недели, два раз, три раз только поливать надо вечером их. Днем нельзя, а то днем поливать, она выпаривается. Известно, что в столице идет и активная вырубка деревьев. Все потому, что есть уже неудовлетворительного состояния, утратившие жизнеспособность деревья. А также деревья, которые представляют опасность как аварийные. Но вместе с тем ежегодно сажается около 15 тысяч деревьев на территории Бишкека. Ну, у нас в 2021 году где-то 15 тысяч было. В этом году планируемся где-то 14 тысяч зеленых будем посадить деревесно-кустарниковые породы. Из них и получается где-то 7 тысяч лиственных пород, где-то 2800 хвойных пород. Из них еще где-то 4 тысячи – это кустарники. Кроме того, еще, кроме кустарников, у нас еще есть живая изгородь. Живая изгородь у нас в этом году самые больше мы выложили 200 тысяч. С них сегодня мы где-то 800 тысяч уже мы посадили. 14 тысяч саженцев будут предоставлены из питомников Бишкек-Зеленхоза. Есть возможность и приобрести саженцы почти всех видов у муниципального предприятия и садовых рынков. Цены на них начинаются от 1000 сомов и доходят до десятков тысяч. Айзада Урумбаева, Нурдан Сергеев, Пирамида.